и немножко замешкался там сейчас Алексей Семенов, чем воспользовались динамовцы. Неплохую контратаку провели. Самоответственно работают защитники Амура. И продолжается атака! Пиртаконов едва не перебросил Мурагину. Пошла и узка Тимкин у борта, обокрал его Каблуков и Ковальчук. Вот такой момент, Кошечкина переиграть он не сумел. Великолепная работа Василия ловушкой останавливает лучшего снайпера континентальной хоккейной лиги. Все галит Сан-Пьер. И там опять работает Дик. Сложно все на миру на мире Дик. Он выянал лапочку. Kdyby byl záber o něco skoro na Tomáša Rytíka a byl by tu Simeonov. Smělosti u Kirilla, brosok! No, to dvě minuty, to точно! Jak to udělal Kirill Simeonov, jaká umnice! По-моему, да, на игру в три звена перешел Скобелка во втором периоде. Позже об этом поговорим. Восхитительный сейф от Кошкина. Браво, Илька. Так здорово сейчас шайбу поймал. И Дарвин все здесь делал так, как необходимо было делать. Долго на услабление. Тогда убрано было еще раз протяжение. Сейчас центральное до услабления. Лужа не понял. Акунт! Другие слова на гол! Палюша имал другой гол на ОКЕКе. Фисенко. Вот это счастливое превосходство. Фисенко пошел на пролом. Лугин. Очень хороший момент. Увидим сейчас хозяина. Лежал уже Печурский.